С добрым утром, пупсики мои. Что вы думаете, какие сегодня заморозки нормальные, да? Вся остановка подмерзла. Нормально так плечо. Да. Сегодня первый такой заморозок. Хотя 4 градуса вроде всего. Ну, минусом. О, уже так все подморозилось. Все, сегодня пятница. И выходные. Схожу сейчас поработаю до 4:15. И все. И домой. Так что с добрым утром. Увидимся в обед. Да. Обед, все он отошло уже, нормалек. Все. Да и потеплело уже так нормально. Завтра суббота на работу попросили выйти, ну за отгул. Мне как раз в четверг надо к доктору туда-сюда, что завтра выйду. Потом в четверг не выйду. Ладно, идем есть. Так что ем. Как дверь у соседей хлопает. Порой кажется, что она это вылетит когда-нибудь. Анюта вчера готовила вот такие вот спагетти или что это? С мясом. Завтра на работу. Надо, так надо, да? Выйдем, поработаем. Такая свининка у нее мягкая получилась. Вообще прям.
Ладно, все, буду халать. Видео какое-нибудь посмотрим, давайте. Идем на остановочку. Как солнышко поливает. Ляпота. Что это? Оп. Красотища. Не осень, конечно, это вообще затяжная, хорошая. Днем тепло, хорошо, под вечер прохладно, утром тоже, ночи там минус один, минус два, минус четыре, минус пять сегодня было, ну а днем просто ни дождей, ни снега, ни слякоти, ничего нет, все сухо, идеально, хорошо. Коробку убрали, но не открыли. Заметили? Коробки нет. Коробка была там. Но не открыли. Двери закрыты. Значит, скоро сегодня. Скоро открою. По-любому. Все. Сидим. Разбрасывается. Заняться нечем. Все, сидим и ждем свой автобус. Смотрим, что-нибудь.